Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Только для взрослых 1500 человек приняли участие в «Лыжне России 2022». Ремонт дорог, очистка снега и ответ на другие вопросы горожан. Елена Сорокина публично отчиталась перед рязанцами. Только для взрослых. На массовую всероссийскую гонку «Лыжня России 2022» в Рязани заявилось около 1500 человек. Меньше, чем обычно, но это объяснимо, у нас коронавирусные ограничения. Пробежать можно было 5 или 10 километров на выбор. Марина Романюк не стала себя ограничивать. Биатлонный комплекс «Алмаз» с широкими трассами, лесными участками и интересными подъемами. База проведения «Лыжни России» уже не первый год. Маршрут известен, количество участников тоже. Все продумано четко, без неприятных сюрпризов. С 2005 года проводится «Лыжня» в Рязанской области как центральный старт, но он практически проводится на этих же самых трассах, только старт раньше давали чуть раньше в районе поселка Ворские. Для VIP-персон придумана особая дистанция 2022 метра. Старт ей через 5 минут после того, как убежали основные участники, дал губернатор региона. Хорошим днем с «Лыжней России», самым массовым соревнованием в России зимой и совпадающим вот сегодня именно с выступлением наших олимпийцев и вообще с Олимпиадой. Я уверен, что и вы сегодня победите, и тем более наша команда. Мы все в нее верим, мы ее поддерживаем. И я лично поддерживаю еще и вас. Поэтому не сдавайтесь никогда. Хорошего вам настроения и самое главное – здоровья. Давайте на старт. Подождите. Давайте еще раз. На старт! Конечно, этот забег чисто символический, хотя и проходит традиционно параллельно с основными соревнованиями. А вот главная дистанция, 10-километровая, в этот раз далась участникам нелегко из-за погодных условий. Сначала до норм шли, хорошо, прям раскат. Ну да, первые 2 километра. А потом снег, все, горки вообще чуть не упал. Вот прям просто вот здесь катается, да? Победителем вполне ожидаемо стал главный фаворит гонки Андрей Алипкин. Он преодолел 10 километров за 25 минут. Ну, был готов хорошо, ожидал, что буду точно в тройке. Вот, лыжи катили здорово. Вот, снег сильный особо не помешал. Разобрались с соперниками сразу по дистанции. Уже где-то с 3-го километра уже появился отрыв небольшой. Я его продолжил. Старался держать один темп. Среди женщин победу одержала Арина Былинко, шиловская лыжница. Но победителем можно назвать каждого, кто в этот день вышел на старт и с улыбками на лицах преодолел праздничную дистанцию. В частности, поздравить можно и меня. 10 километров позади, конечно, что я могу сказать, тяжело. Меня обогнали все. Снег ехал очень тяжело. Такое ощущение, что лыжи вообще не ехали. Это не только, кстати, у меня. Но я это сделала. Ура! Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году в Рязани отремонтируют 96 участков автомобильных дорог протяженностью почти 87 километров. Часть из них отремонтируют комплексно вместе с тротуарами, а еще часть так называемыми картами. Об этом глава администрации города Елена Сорокина заявила на публичном отчете перед рязанцами. Встреча с активистами прошла в библиотеке имени Горького, о чем еще говорили общественники в нашем следующем материале. Тема уборки города от снега в публичном отчете Елены Сорокиной значилась первой, что логично. В непогоду эти новости на первых строчках местных информагентств. О нехватке инвентаря, о том, что на тракторы пришлось посадить студентов агроуниверситета, об увольнениях из дирекции благоустройства прямо по ходу битвы со снежными завалами, глава администрации говорила открыто, ничего не скрывая. В условиях нормы осадков месячной или чуть больше мы справляемся. А вот когда их больше, то здесь нужна дополнительная техника. Обратились к строителям, дорожникам, предприятиям. Помогайте. Помогали. Кто-то очень мощно. Низкий поклон. Кто-то меньше вокруг себя. Все равно спасибо. Но 40 единиц техники дополнительно каждый день выходили и убирали город. Еще одна актуальная на сегодня тема, уже скорее весенняя, свисающая из крыш сосульки. По ней Елена Сорокина высказалась очень эмоционально. Вот здесь беспощадно, поверьте, 5 минут не проходит каждый день, чтобы мы с криком,
с резкими выражениями, и мытьем, и катанием, и нытьем по-всякому. Но понуждали управляющие компании и вообще все хозяйствующие субъекты убирать с крыш налить. Мы все были свидетелями, как на Песочинской, все это видели, как на Песочинской на мужчину упала снежная налить и причинила вред здоровью. Этого быть не должно. Нельзя дожидаться, когда произойдет беда. Строительство новых школ и детских садов в Рязани ожидаемо вошло в топ самых обсуждаемых инициатив. Количество, сроки начала и окончания Елена Сорокина называла уверенно и конкретно. Правительство Рязанской области получила инфраструктурный кредит, в том числе на строительство школы в Олимпийском городке на 1100 мест. Большой динамично развивающийся микрорайон. Собственник земли землю городу уже передал. У нас земля есть. В ближайшее время мы начнем заниматься этой школой. Эту школу должны построить к концу следующего года. Еще две в Мервино и Семчино региональные власти намерены отдать концессионерам. Кроме того, в этом году капитально отремонтируют сразу четыре школы. 22-ю, 33-ю, 47-ю и 62-ю. Аж на 270 миллионов рублей. На дорожный ремонт сумма будет потрачена почти в 7 раз больше. По поручению губернатора мы наработали большой пул проектов для дорожного ремонта. Почти на 1,8 миллиарда рублей. Сейчас мы их отдаем на проведение конкурсных процедур в Минтранс. Мы очень надеемся, что нас по максимуму поддержат, выделят необходимые средства. И вот здесь заранее, прошу прощения, у рязанцев будут неудобства во время строительного сезона. На вопросы активистов глава Рязанской администрации отвечала прямо. За скандалом с 82-й маршруткой Елена Сорокина следит. С переселением из аварийных домов строители готовы тщательно разбираться с народным контролем, а молодежь очень ждет на работу в администрации. Максим Васильев, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. В единый день народных промыслов и ремесел Рязанской области в Скопинском краеведческом музее представили выставку с оригинальными конструкциями сосудов, подсвечников и скульптурами. Материалы для выставки взяли из фондов фабрики скопинской керамики и Скопинского краеведческого музея. Народные промыслы и ремесла – это национальное достояние, а их произведения считают богатством народа за неповторимость культурных традиций, которые в Рязанской области славятся далеко за пределами региона. Цветное михайловское кружево, кадамская ажурная вышивка, шиловская лоза и скопинская керамика. Выставка потрясающая, удивительная и очень приятно, что сегодня выставляются такие прославленные мастера, как Поляков, Насонов. Я много интересных работ увидела сегодня, которые, к сожалению, не были знакомы, никогда на выставках не фигурировали. В каждой работе заключена часть мастера. В каждой работе есть индивидуальность. И вы знаете, я как музыкант, я просто вот говорю, что в каждой работе есть своя мелодия, своя музыка и даже вот, ну не знаю, свой напев какой-то. Все работы очень индивидуальны. Скопинский гончарный промысел можно назвать туристическим брендом города. Изделия скопинской керамики, по словам специалистов, отличаются буйством фантазии, смелостью пластических решений, оригинальными конструкциями. Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Так что в скором времени во всех регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии телеканала «Вёрда ТВ». В Рязань вернулась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Работает она перед торговым центром «Премьер» на первом этаже. Репортаж с места открытия прямо сейчас. Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи икра и рыба камчатская, расположенная у торгового центра «Премьер», вновь готова порадовать рязанцев вкусными деликатесами.
чевыча, палтус, нерка, омуль. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежестью та отличается от этой. В общем, мобильную ярмарку рязанцы ждут с нетерпением. Вчера по телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавыча в филе хочу взять и икру. За икрой, за рыбкой для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Не пробовала? Но запахи аппетитные. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Зубатку будем брать. Я думаю, что чавычу возьмем. И икру, наверное. Большим спросом пользуется и красная икра. Даже человек, который ничего не знает о рыбе, но любит этот деликатес, замечал, что выглядеть икра может по-разному. Отличается по цвету, диаметру икринок и немного по вкусу. На выставке-продаже икра и рыба камчатская – продукт высшего сорта. Его незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Прошлый приезд был, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красу. Нас всех удовлетворяет. Перед Новым годом мы покупали два раза даже. Нам очень понравилось. Очень вкусная рыба. И свежая, видно. Мы брали палтус, мы брали чавычу. Мы палтус брали и в других магазинах. Но вкус совсем другой. Это намного вкуснее. Или, я не знаю, может быть, та уже залежалась, а это, мне кажется, посвежее. Впервые попробовать или приобрести уже понравившиеся рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 20 февраля включительно. Герман Гуль, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер».